Всем привет! Сегодня посмотрим на еще одну модификацию защиты Lead, созданную специально для женщин. Это вариация известной черепахи Lead Airflex Body Protector, но с изменением формы с учетом на женскую фигуру. А черепаха состоит из двух частей. Верхний слой – это панцирь, защищающий грудь и спину. А нижний слой – это вот такой вот компрессионный джемпер с защитными элементами на локтях и плечах. А материал внутри получается не 3DF, а специальный Airflex, который распределяет ударную нагрузку, ну и поглощает удар. А сама компрессионка будет сидеть довольно плотно, если выберете по размеру. Она вся из сетки, то есть очень хорошо будет проветриваться и дышать. По центру видим сразу молнию. В целом будет довольно удобно ее надевать и снимать, не как там раньше было, да, сбоку у черепах литовских. Просто одели как джемпер, накинули, зафиксировали и погнали. Второй слой верхний. У нас защита, повторюсь, груди и спины. Также здесь материал Airflex, тот же самый, но она, собственно, и называется Airflex. Грудь немножко получается, она вот такая формованная. Ну, опять же, с учетом на женскую фигуру, да, на грудь, то, что она немножко будет с изгибом. И по бокам специальные вот такие тянущиеся элементы для того, чтобы было больше комфорта. Есть вентиляционные вставки, то есть здесь вот будет все продуваться, что в целом очень хорошо. Спина, кстати, длиннее, чем грудь, то есть она будет хорошо защищать нижнюю часть спины. Также материал Airflex, распределяющий удары. И есть также все эти вентиляционные вставки для того, чтобы не было так жарко. А сбоку мы видим ремешок фиксации, соответственно, панциря на теле. Крепится он на липучку. И есть регулировка по объему, по обхвату. Также есть еще небольшая регулировка чуть выше в районе груди. Тоже такая прорезиненная вставочка, ее можно подтянуть, растянуть, под себя отрегулировать. Есть здесь, как естественно и на всех защитах Lead, расчет под защиту шеи. Специальная такие выемка, специальная выемка спереди. И сзади можно снять такую пластину, она на липучке. И также сюда расположить задний хвостовик защиты шеи. Ну и, естественно, сверху на плечах есть лямочки для дополнительной фиксации непосредственно защиты шеи. В общем, главные плюсы этой черепахи то, что она компактная, очень легкая. И за счет мягких вставок, которые не имеют пластика, не будет ограничивать движение. Ну и, в принципе, сковывать как-то, да, при езде и покатушке. Тем более здесь достаточно регулировок для того, чтобы подогнать эту черепашку под себя, под свое тело. Выпускаются они только в черном цвете. Есть несколько размеров от 2XS до M. Ну и цена на данный момент 22 800 рублей. Ну а конкретное наличие и цены, как всегда, можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.